Вот такие вот пейзажи. Мы видим венок. Значит, в этом году, скорее всего, кто-то уже провалился и не вылез. Приехали на озеро Нищетское. Вот такой вот окушок взял у нас. Хороший. Грамм 300-400. Да. Окунь есть. Да. Как бы. Вот такой вот. Кит. Хорошенький. Красава. Да. Ну, на крупную щуку. На щуку будем ставить. Сколько у вас работок было уже? Первый. Оу. Батарея кончается. Главное успеть. Потом можешь посмотреть на моем канале видео. Антон Петров в ютубе. Будет. Может одну еще поймаю. Крупная? Ну, я думаю, килограммчик нет. Вижу уже. Покажи. Ну такая полкилограмма, да, где-то? Ну, грамм 700 на 700. Ага. А на что, на полочку, да? Густера. Густерочка. Раз, ну поздравляю. Первый. Вот отошел, значит, я. И поймалась еще одна щучка. Но это уже такая. Солидный будет. А так всегда снимаю, не снимаю. Все снимаю. Да. Вторая уже. А где взяла? На каком месте? В самых камышах. В самых камышах, на небольшой глубине, да? Да, глубина где-то метра, сантиметров 40 от льда. Ух ты. Да. Ну, это я так ставил, а там, может, метр всего. Ну, ясно. Блин, везет на щуке. Жалко, ушел. Надо было снимать. Да, я тут жерлицу переставил. А сильно? Сильно утянула она? Нет. Не сильно. Чуть, ну, может, метра 3 отмотал и как бы встал. Пришел, стоит, как бы не мотает. Ну, думаю, ладно, посеку, и она там. Круто. Ну, какой это по счету уже окунь? Ну, не знаю. Крупный? Да. Ну, это не такой крупный? Пятый хороший окунь. Да, сейчас я еще раз очень крупного покажу. Не отпускает чемпион нас озеро. Вороновское. Вот он, крупный. Вот. Окуни вот какие такие здесь ловятся, ребята. Приезжайте. Да, вот так вот палец. И получайте удовольствие. Зимняя рыбалка со льда. Да, окуни. Хотел я уходить. Надо будет еще вот так. Конкретно окуни. Только подумай. Ну и живец есть немножко. Только собираешься уходить и такой. О-о-о. Итак, у нас есть размотка. В стороне у нас. Не найдем. Ничего. Ничего. Размотка в сторону есть. Что же? Смотрим. Привет. Привет, покусанный. Но не заглоченный. Так, у нас есть еще одна размоточка. Сейчас будем проверять. Это уже вторая, опять в сторону ушла щука. И смотрим. Снова я ничего не чувствую. Снова оба. Трава, наверное. И снова ничего нету. Вот так вот. Надо сигнализатором ловить. Ничего нету. Но все в стороне. Тащила. Сейчас на живца хоть посмотрим. Что с живцом?